И открылся сезон фонтанов. Старейший наш фонтан находится у бывшего ДК ЖВЗ, ныне район Дом культуры. Его слегка отреставрировали, покрасили. Лишь бы на 100 лет работал, не так, что сегодня работает, а потом все, добры при него. Или наоборот, бывает, дождь он работает, а когда погода хорошая, воды не дождешься. Люди, видно, еще не знают, что фонтан работает, не на чека. Обойдем, посмотрим поближе. Фонтан запущен. Журчание воды успокаивает.